Во всем мире последняя неделя апреля посвящена иммунизации. Она призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастных категорий от болезней. В этом году она проводится под девизом «Вакцины работают». И действительно, вакцины работают. В этом году особого всплеска вирусных и инфекционных заболеваний по сравнению с другими муниципалитетами округа в Лабытнангах не было. У нас по заболеванию ОРВИ и гриппом в нашем городе достаточно пока спокойно. Я, это личное мое мнение, что связываю все-таки с тем, что мы достаточно успешно в этом году провели кампанию иммунизации против вируса гриппа. О плюсах прививок врачи говорят постоянно, напоминая о необходимости и важности данного профилактического мероприятия как для взрослых, так и для детей. От кори, гепатита, краснухи и других заболеваний детское население прививают строго по графику в соответствии с национальным календарем прививок, утвержденным Министерством здравоохранения и правительством России. Школьники и дети до 3 лет, сотрудники сферы обслуживания, медицинские работники, представители системы образования, призывники, категории граждан, подлежащие вакцинации в обязательном порядке. Остальные горожане прививаются в меру своей сознательности.